Всем привет, друзья, ребята, с вами Юратка, и мы продолжаем прохождение Unmetal или не металлический. У нас с вами следующая, значит, получается, серия, часть пятая, по-моему, казарма называется. В прошлой серии мы с вами гасанули, так назовем, босса, да, или кто-то лейтенант, был мужик, короче, нам с вами сейчас нужно прям сразу бежать. Нам с вами прям сразу надо сейчас прям выходить, потому что вот эти ребята мимо прошли. Мы сразу вслед за ними прям несемся, давайте. У нас с тобой один здесь челик. Все, отдыхаем. Спокойных ночи. Так, войдя в одну из казарм, я увидел, что она не такая, как остальные. Во-первых, там был отдельный писсуар. Нормально, слушай. Во-вторых, письменный стол. Я решил, что это место обитания сержанта инструктора по строевой. Спешить было некуда, он явно обоставался в ванной надолго. А ванна это где? Ну, нормально тогда. Там лежали стопки бумаг, прикованные цепочкой, штепели подушка. А с тобой надо было вот это вот. Увольнитель, без печати сержанта инструктора недействительно. Все, хорош. Увольнитель с печатью. Идеально. А, и засейвились еще заодно. Нормально, прям. Прям кайф. Нам с тобой надо увольнительную обратно, походу, тому мужику отнести. Да? Правильно понимаю? Сейчас мы пойдем к нему. В казарму. В комнатушку. Челик, братан. Как его теперь надо взять? Подтверждаю печать сержанта инструктора. Так. X. О, все. Я положу просто поводы и блат к разрешению обратно в карман. Этот солдат будет вне себя от радости, когда проснется. Прикинь. Хорош. Помогите Майку получить разрешение. О! Прикинь, горшок еще один дали, третий. Спасибо за такую милость. За то, что мне дали сральник. Еще один, прикинь. У нас с тобой теперь два сральника есть. Точнее, три уже даже сральника. У нас с тобой три горшка. Можем три раза посикать, покакать. Давай, засейвимся на всякий случай еще разок. Это прям идеально. Мне прям нравится. Как теперь к Ксине вставать? Чего Ксине-то встать не может, я не понимаю. В чем твоя проблема, Хьюстон? Прости, сипой. Нас обокрали. Там за калиткой можно как-то пройти, даже, да? Там еще один какой-то проход есть, давай посмотрим. Давайте, ребята. Я так подозреваю, что, может быть, в пятой части это уже последняя идет. Конечно, не факт, но все-таки. Ух ты, здрасте, говорил с полета, охранял путь северных ворот, но может ждал именно меня. Но я не стал связываться в драку, пока не раздобыл немного гранат. Правильно, это хорошая идея. Это правильная идея, это умная идея. Мы здесь можем встать. Так, этого мы сбоку вынесем, когда кто-то развернется сейчас там. Опа, здрасте. Здесь встанем. Меня не спалили за БТРом. А, ну его здесь и не спалят, пускай валяется. Здрасте! Да хорош! Никого здесь нет, успокоился. Ну хорош уже, ну ребят, ну в конце-то вы концов. А, ну здрасте, сейчас еще этого обнаружат. Оно меня заметили, правильно. Класс. Так, короче, ну их. Вот, пускай там они ходят, все. Сюда его закинем. Пускай валяется здесь. Класс, хорош, смотри, прикинь. Норм. Смотри, сколько нам гранаты надавали. На халяву. На халяву любые гранаты хороши. О, все. А, здесь дальше, видишь, они нас не пускают. То есть они туда, короче, уходят. И опять что-то вокруг, как бы по кругу появляются. Опа, здрасте. Что, засеем сейчас быстренько? Ну, надо утащить того. Мы не засеемся иначе. Все. Мы его утащим. Надо тут возможность засейвиться. Так сказать, пописить.
Сральники, умывальники. Все, погнали. Все. Погнали сейчас, ребята, гренки берем. Короче, с гренками его там закидаем. Пописали. Хорош. Так сказать, справили нужду. Все. Соскриптованные бомжи просто ходят. Все по кругу. Здесь какие-то кругаля устраивают. Ты ведь Фокс, верно? Я знал, что рано или поздно ты появишься. Меня зовут Майк Скорострел. Выйдешь со мной раз за раз. Или сбежишь как трус. Ха, я не убегаю от мертвецов. Тогда и от смерти не убежишь. Ух ты, машин Майк. Машин. Машинист, короче. Майк-машинист у нас будет сегодня. Машинист. Здрасте. Бабах! Как-то мне это... Бабах! Ух ты, попал. И чё? Купился за то, что я перезаряжаюсь? О чём я тут? А я придержал для тебя немного патронов. Хитрожопина. Мне как бы... Не принципиально. Как бы я чё, я не могу перевязаться, что ли, думаешь? Сейчас мы... Бабах! Все! Мой пулеметик! Нет! Фокс, будь ты, говорит, проклят. Лол, убежал. Серьезно? Ложка уработали. Ты че, такой? Он просто убежал. Он просто обдрастался и обосрался, и все. Он ничего уже не может против меня сделать. А что ему сейчас остается делать? Только сбежать. Я добрался до северной стоянки. Повсюду стояли грузовики и контейнеры. Ага. Я хотел спрятаться в нужном грузовике с маркировкой 233-980. А где я найду твое название? Где номера-то? Если бы Майк Скорострел мог поджидать меня, чтобы отомстить. Достигни северного класс. Прикинь. Это что такое? Это коврик для... этого, для фитнеса, что ли, выпал из машины? Майк Скорострел? Нет, теперь меня зовут Майк Мокрое Место. Что-то тупая кличка. Поймешь, когда увидишь, что от тебя останется. Ха-ха-ха-ха. Что за жесть? Сплэш Майк. Ты что, прикалываешься, что ли? Святые угодники. Ракеты? Ракетица. А, вот оно как делается. Я все понял. Ракетица. Незаменимо при разрушении. Ага. Бабах! Ух ты. Ну-ка. Бах! Пердельник твой, расстреляю сейчас. Мимо. Лол. А, так мы у нас вообще на изи. Ракеты медленно летают. Пускай стреляют. Сейчас про все пальнет, мы с тобой. Бах! Ну-ка. Мимо. Скай, свари, сейчас мы еще с тобой ракет понабираем. Пускай палит там. Бабах! Бабах! Это крепкий танк. Ракеты ему только слегка окраску поцарапали. Но почему не атаковали с тыла? Это слава места многих моделей. Я решил прощупать весь корпус в качестве эксперимента. И вообще, где вы раньше были с своими советами? Точно, кстати говоря, что-то я не подумал. Что-то я реально не подумал. Прикинь. Надо было с тыла на него напасть. Бабах. Какая разница, в какую сторону стрелять. Бах. Потому что как бы у нас все равно ракет здесь хватит. Я бы не сказал, что мы ему прям только слегка поцарапали. Больше пол хп сняли. Тут пока сейчас перезарядиться успеет. Бабах. Бабах. Смотри, что делают, а? Бабах! Мы сюда засядем. Нормально. Хорошечно.
Погоди. Мимо. Хорош! Стоять бояться! Кусок железного говнеца. Все. Джесси Фокс Винс. Два босса за сегодня. Босс дефитед. Все, бомжара, отдыхай. Левел ап у нас с тобой. Ап то ли левел. 5% вашего максимального хп, меткость пистолета 23% больше урона. Но мы так как все равно практически ни в кого не стреляем, нам толку от него. Давай, давай кто-то возьмем. А что нам толку от максимального хп, тоже увеличение. 30% больше урона, тоже неплохой вариант. Нет ли смысл? Давай выносливость возьмем, ладно. Пускай будет. Все. Разобравшись с танками, я отыскал грузовик и спрятался. Через пару минут появился водитель, сам того не ведая, помог мне сбежать. По времени. Что, ничего не заподозрил, обнаружил, что вся стоянка превратилась в руины? Кто знает, быть может, для них это обычное дело. Лол. Водитель грузовика должен был обратить внимание. Вы же знаете этих дуболомов, вояк, они думают только тогда, когда им прикажут. Вот и все, ребятушки, да. Мы с вами закончили пятую главу. А на это пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Крутите и переключайтесь. Будет очень много всего крутого и не менее интересного самого Широнка. До новых встреч и пока-пока, ребятушки.